наш самолет, он сейчас они ее ту, та прошла, ее отрезали, сейчас вот это следующее подходит, это ее следующее. Далеко за нас. Они дело в том, что туда когда там все горело. Да, да, а они же там третий день. А мои в Сырюкинске тоже родственники. Я им позвонил, они говорят, у нас все хорошо. Говорит, это горит, горят плавно в самом городе.